В США сегодня вступают в силу новые правила по выдаче грин-карт. Их главная задача – привлечь в страну иммигрантов, которые смогут сами себя обеспечивать и добиться успеха. Теперь получить заветную карту будет сложнее тем, кто рассчитывает на государственные пособия, а также плохо знает английский и не имеет частную медицинскую страховку. Ежегодно за грин-картами обращаются около 550 тысяч человек.